К зимнему сезону готовы. Снег не станет неожиданностью для властей городского поселения Фрянова. Здесь положительно оценивают подготовку снегоуборочной техники к работе. Власти отметили, что благодаря участию в программах правительства Московской области в этом году на вооружении поселений добавилось 3 единицы техники – грейдер, погрузчик и трактор. Основная проблема – это то, что мы самая дальняя точка Щелковского муниципального района. И проблема финансирования, а точнее лимитированного финансирования, она накладывает отпечаток. Поэтому первая зима 2014-2015 года, она, в общем-то, показала необходимость создания собственной технической базы. Совершенствование базы происходит постепенно. Первая закупка техники началась в прошлом году. Улучшить ситуацию помогло и создание во Фряново бюджетной организации хозяйственно-транспортный отдел и благоустройство. Учреждение призвано заниматься содержанием дорог и поддержанием порядка на всей территории поселения. В результате к этому зимнему сезону подготовлено 6 тракторов, 1 грейдер и 1 погрузчик с ковшом. Штат сотрудников укомплектован, закуплена новая теплая форма. Как и в прошлом году, на территории будет работать горячая линия для прямых обращений жителей. Мы удовлетворены. Я думаю, что в этом году будет еще лучше. Ну, в принципе, мы и в прошлом году справлялись. Ну, вы сами знаете, зима такая непредсказуемая. Бывают, конечно, моменты, когда и жители немножко недовольны, не везде успевали, но старались. Замечаний много не было. То есть это видно было и на горячей линии, то есть дороги, в принципе, чистились все. В этом году у нас должны быть, ну, ситуация еще лучше. Эти мероприятия позволят быстро реагировать на любые погодные изменения и предпринимать меры. Полное формирование базы администрация планирует закончить в следующем году. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».